Ну что, начинаем потихоньку с клеевой. А там будем посмотреть, что из этой красоты у нас получится. Начинаем отсюда. Да, жарковато. Как тебе такая красота? Ланос. Ланос. Не знаю, специально нахуячили, что ли? Да нет, градом. Градом? Да. Нахуячили. Что ж, сначала положено вот это место. В принципе, выходит. Вот такой ковырялочкой можно подлезть еще в эти места. Вот. И потихонечку ковырякаться. Не везде, но кое-куда подлазит. Ладно, пока поработаем клеем, потом продолжаем. Потихонечку, потихонечку, помаленечку. Все выдергивается. Убирается, конечно, еще все довольно скучно выглядит, но уже вид, конечно, кое-каких вмятинок, их просто надо искать. Вот еще остатки, конечно, есть. Типа вот здесь. Вот, ну, здесь уже спиток вмятин. Небольших градинок, можно сказать, исчезли. Это просто-напросто. Я показываю, как это все делается. Постепенненько выправляется. Особо крючком тут не разгуляешься. Уже бы давно я их все поподелал. Ну, будем выклеивать. Еще один момент немаловажный. Вот он клей. Черный, он более грубый. Сейчас температурка в гараже. И вот этим клеем, мягким, который вот такой. Вот он прямо аж пружинит. Им работать вообще скучно. Он практически не тянет. Я вот перешел на черный клей, который более-менее тянет. Почему? Потому что вот температурка у нас, как видно, -28 и 29. Это на улице и в гараже. Так что особо клей не тянет. Я взял клей черный. Он чуть-чуть более такой упертый. И дела пошли получше. Поколотил пару часов по капоту. Ну, вот он промежуточный результат. Количество вмятин, конечно, подуменьшилось, остались самые капризные и противные. Также вот здесь залом чуть-чуть у нас плохо видно сейчас. Стало уже полегче. Ну, еще тут надо дорабатывать и дорабатывать. Ну, в общем-то, более-менее уже результаты пошли. Конечно, не то, что хотелось бы. Хотелось бы быстро, за полчаса это все сделать. Но, увы, вот это вот
не волшебная палочка, а всего лишь пробойник. Так же, как и молоток. Но ничего, если долго мучиться, эти инструменты помогут разрешить эти проблемы. По сравнению с тем, что было, уже полегче стало. Ничего. Тот, кто ничего не делает, тот никогда не ошибается. Кто никогда ничему не учится, тот никогда ничему и не научится. Поэтому будем продолжать работу. Ну вот, на сегодня уже хорош. Чуть-чуть проредились ряды вмятин. Некоторые более-менее вообще нормально сделаны. Ну, уже стало поменьше. Самые крупные уже, как говорится, деваться некуда, но уже сдвиг в лучшую сторону пошел. Конечно, вот с такими вот противными здесь вот провалы, видно, даже конты повылазили, будет трудненько повоевать. Ну ничего, есть на чем поучиться.